И к другим темам. Международная туристическая выставка «Интумаркет-2019» начала свою работу в Москве. Около 1500 участников из 150 стран и регионов собрались на площадке выставочного центра «Крокус-экспо». Это главные представители туриндустрии России. О том, как и чем Дагестан поразил гостей выставки, в сюжете Карины Баталовой. Дагестанская экспозиция представлена на выставке уже в 10-й раз. И всегда она пользуется популярностью среди гостей и участников. А это и понятно, ведь когда еще представится такой уникальный случай увидеть своими глазами то, как работает мастер из Балхара. Рядом выставлены кубачинские изделия из серебра, а также деревянные вазы из унцукуля. От туристов нет отбоя. Внимание официальной власти к мероприятию самое пристальное. Выставку посетила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Сегодня Российская Федерация уделяет огромное внимание развитию туризма в России. Мы строим для себя амбициозные планы по поддержке и продвижению наших туристических продуктов. Наша задача – открыть Россию для россиян и гостей нашей страны. По традиции вице-спикер осматривает выставку. Каждому стенду отдельное внимание. Но возле дагестанской экспозиции приходится задержаться. Здесь наш силач Омар Ханапиев гнет стальные гвозди в форме сердца. Он словно показывает, Дагестан готов принять всех желающих с открытым сердцем. Деловая программа у дагестанской делегации обширная. На площадках форума подписано несколько крупных соглашений с другими регионами. Партнеры выбраны не случайно. Это именно те субъекты, откуда к нам приезжают больше всего туристов. В числе приоритетных взаимодействия с Татарстаном и Ростовской областью. То соглашение, которое мы сегодня подписали, оно реально будет работать. И мы воплотим ее в реальность. Мы только об этом говорили. Дагестан также, мы приглашаем ростовчан и будем их принимать. У нас есть сейчас авиасообщение между Ростовом два раза в неделю. Поэтому, я думаю, у нас большое будущее в этом плане есть. Тур-сезон в Дагестане официально еще не начался, но обещает быть насыщенным. Ведь туристические маршруты по регионам Северного Кавказа сегодня в тренде. Самое время объединить усилия. Карина Баталова, Дауд Гасанов, телеканал НТ, новости 24, Москва.